Симба! Симбамбон! Симбамбурик. Так, видали? Вот. Усиленное внимание к его персоне, все начинается. Изгаляние. Сейчас поди уснет. Но сейчас он уже не такой маленький. Он быстро так сейчас не засыпает. Летом-то он еще соплюшкин был. Годовалый соплюшонок. Сразу засыпал, как тепло чувствовал от пледа. А сейчас не засыпает сразу. Сейчас он, потому что понимает, что раз тетка пришла с какой-то палкой, штукой, надо это работать. Все, Симбон работает на камеру. Да, Симбон у нас артист. Да, у него Симба трещит, прям плед трещит, капец не капец. Походу, сегодня во время эфира пледу настанет кирдык. Да, вон, посмотрите, 45-го размера свои лапендры, даже 50-го на стену поклали мы. Да, Симба? Ты где? Где наш лев? Где наш лев? Все потеряли маленькую Симбу. Все потеряли, говорят, где наша маленькая Симба? Где эта маленькая Симба? Все потеряли. Да, Симбуся, покажешь нам кувырочки? Или пока с пледом не закончилась программа, да? Вот так вот, да, вот так. Держи, тетка, говорит, плед. Чей пледик? Чей пледик такой горячий? Ну чё? Что это за лев такой смешной? С таким хохолочком на башке. Видали, вот Симба вам показал в профиль, какой у нас ирокезик. Ирокез прям вот это отрастает. Длина увеличивается, эта шерсть растет. Вот так вот, да. Вот они скажи, вот ти 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 ти. Вот так вот. Вот так нужно сказать, да. Вот здесь почему-то какая-то залысина под гривой на спинке. Непонятная, скажи, залысинка. Где тут мои глазки красивые, а? Где глазки красивые? Плед-то чистый, от него еще пахнет порошочком стиральным. Вот они. Такой ты длинный стал, блин, в кадр не входишь. Симбоня. Длинный лев стал, да, весь целиком в кадр не входишь. Вот так вот, да. Вот мы что делаем. Симбон, давай уже поиграйся. Сейчас вот тетенька пойдет. Тетя Юля сейчас возьмет, уйдет, да. Сейчас возьмет, уйдет. Не уходи. Не надо уходить. Да, нет, не, ладно, давай еще посижу с тобой. Давай, покажи, что ты у нас умеешь. Не надо, говорит, уходить. Говорит, сядь, сиди. Говорит, сядь, сиди, тетенька, и не дергайся. Да. Скажи, вот, видишь, я тут как все делаю, да, вот так вот хожу с пледом, вот так туда-ма, сюда-ма. Казиета, я поймал антилопу гну. Да, сейчас я ее погну, погну. Скажи, она у нас мало погнутая антилопа, да. Да, Симба тренируется перед Африкой. Скажи, буду там ловить. Ну, здесь-то вот не видно никому, что ты там делаешь. Папуасина. Так. Сейчас тетенька Юля в эту часть перейдет. Хоп! Чё? Чё такое? Ну мы пошли, пошли. Вот только я сюда зашла, ты туда пошел. Да, вот так вот, вот так. Вот. Да, вот так вот скажи. Скажи, я пледом подметаю тут маленько. Да. Вот так вот. Вот молодец какой. Ой, как здорово. Да, у Симбона зачетный причесон вообще. Такой шкодный, каждый раз новый, да? Каждый эфир все животные выглядят по-новому. Гека становится все так мощнее.
Симбосик вон тоже меняется постоянно. То иракез у него вперед висит челочкой, то теперь вон стоит, как этот. Такой шкодный, я не могу. Шкодыряга. Симба. Ой, кто там идет? Кто идет? Кто? Тетя Юля там идет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тетя Юля пришла. Ой-ой-ой. Симбомбончик нам уже кувыркался. Да. Кувыркался, потом опять с пледом ходил. Я говорю, все, я пошла. Сразу же за мной побежал. Типа, не уходи. Вот так вот, вот так. Ему теперь надо сюда, да. Ведь все, тетя Юля, давай меня сюда выпускай, говешки мои собирай. Сейчас давай, подожди, закрою-то. А то будем сейчас с тобой тут бегать. Все, все, нормально. Она туго закрывается. Все, сейчас симбон. Хоп. Давай, иди гуляй. Айда. Симбуся. Давай катошинцы уберем. Симба. Что делаешь? Давай. Иди сюда. Оп. Оп. Хоп. Все, попался лев. Все, попался этот лев. Все, попался этот лев. Видали, какой? Львище. Львище, львище. Огромные глазища. Вот так вот, да. Вот так вот все. Сидит, сидит. Сидит маленький лев арестованный. Сидит маленький арестованный лев. Ой, кого арестовали? Кого арестовали? Вот так вот. Сидим, да. Сидим, глядим. Думает, что там, где там, что бы найти такого интересненького. Теперь в углу тут вот пена. Так. Что там такое, Симба? Что там, тетя Юля зашла, да? Хоп. Колесо мне, скажи, принесла. Скажи, сегодня, скажи, у меня плед. Вон, видите, жилетка какая у него идет. Вон, от гривы сюда. Жилеточка такая. Кайма черненькая идет. Кто это такой коросенький? Скажи, ух ты, тетя Юля, ничего себе ты тут мне. Веник. Ты же веник принесла и не даешь. Сейчас мы с той стороны зайдем. С тетей Юлей в вольер. Ох, у кого только мы в вольере не были. У тигра были. У пумы были. У волка были. Теперь у Симбы, да? Хочем носик. Ну. Как Симба чик-чик делает. Пчик. Как вкусно. Каждая травинка у попи витаминка. Да, Симба? Да. А, какая вкуснятина. Ой, волосню какой-то попала. На, Симба. Симба. Симбамбуська. Там волосы попали. О, покатились. Какашки твои покатились. По катушке. О, видали? Видали, вот эти вот львенка, вот эти вот львенка кусается. Он кусается, да. Ой-ой-ой, скажи, беда, беда, одно огорчение. Ой, беда, беда. В огороде ли беда? Да, Симба? Ну. Он такой, ёкарный бабай, попался на удочку опять этих двух сумасшедших тетек Юлик. Взяли меня опять куда-то, загнали. Да, вот так, хвостишкой, вот так, хвостишкой. Это надо горячую воду наливать, хлорочки. Ну, пока можно его выпустить, потом воды налить, потом его снова сюда. Да, Симбуля. Уйди, мой носик такой. Гривулька наша, гривулька.
Ну, что ты там опять копошишься? Копошишься, что там? Будешь это вот здесь вот прям мне удобно снимать. Симба думает. Ах, веник там, веник не дают. Скажи, вот они, скажи, такие противные тетеньки мне веник не давают. Да. Этот котенок Пупсик сейчас уже под 100 с лишним килограммов. Килограммов, наверное, уже 120-140 весит. Котишка набирает вес только так. Скажи, я, скажи, кушаю и ртом, и попой. Да. Скажи, все кушай. Все, скажи, кушай. Все, лев разбушевался. Лев наш разбушевался. Да, разбушевался. Дурилка. Дурилка ты картонная. Пусть свободу попугаям. Свободу попугаям. Такой хохолок торчит. Такой ржачный хохолок торчит смешной. Да. Вот такой вот маленький ребенок. Да не на сюда. Дали коготешка. Коготенок. Когтик. Сидеть. Сидим, ждем, скажи. Сидим ровно на попе и ждем, да? Симба, симба, симбочка, симбуля. Симбуля, красотуля. У него по краям гривка, видите, какая уже такая, это, складывается вот так вокруг. Это приобретает форму гривы настоящей. Не в разные стороны торчит, а уже это такая закругляет. Вот так вот. Вот так вот наш лев тут опять ёрничает. Ёрничает лев, да. Кто ёрничает? Кто ёрничает? Вот так вот зайку. Зайку покажи. Симба, покажи зайку. Зайку покажи. Вот какая зайка. Вот видите, с Юлю ростом стоит. Вот так вот, давай, вот так вот, вот скажи, ай, воды скажи, до воды не достать. Да, сейчас выпустим. Но. Пиу, пиу, пи-пи-пиу, пи-пи-пилки, пи-пи-пиу, сейчас тебя выпустим. Господи, боже мой, опять ты своим противным... Голоском, скажи, тут распелась, да? Все, выхожу. Так, ой, у нас тут 59 обогревателей. Жарища. Да, Симба? Кассирша, бабки выдавать будешь? А? Кассирша, давай бабки выдавай. Где мои деньги? Где деньги? Кассирша Сима. Познакомьтесь, друзья. Привет, привет всем, кто присоединяется к нам. Убирали говюшки. Юлёша убирала говюшки у Симбона. Сейчас будем обратно выпускать льва к нему в вольер. Что такое? Нету там, вон, нету ничего. Все убрали. Все. Все, что можно было оторвать, все убрали. Да. Все, мы сладкие. Что? Пошел, пошел, по. Пока, пока, пока. Оп. Хоп. Ухичек не подавила. Скажи, ох, вы, блин, хитрожопые тетеньки, ой, простилюшка. Скажи, вообще, скажи, опять меня обдурили. Скажи, опять обдурили Симбу. Симбу обдурили. Да, Симба? Вот так, да. Эй, на вялкой, на игрушке. Угу. Тиму, зайчка хороший, гривка какая длинненькая, сбоку такой прям веселый. Ну. Там Мася мой урыдался. Запустила? Уже. Да не, пошли теперь к Еве сходим. Я сейчас спокойно. Пусть Симбон пока подумает. Девочка,
над продолжением программы. Сейчас придем. Пусть такая, видишь, немножко. Ну, сейчас придем, Симба. А прыскать? Такой сразу мне не могу. Ну. Идем, идем. Вот сын мой сидит тут, попискивает. Пошли, Мася, к Еве. Да. Да. Через нашу плюсу пойдем, конечно. Конечно. И пулю нашу, да. Пуляндра. У Пуляндра и Буся, Бубуся. Да. Идите в домик быстро, холодно. Но уже теплее, да. Певица наша. Плюша Кареновна. Плюша Кареновна Далакян. Да, целовашки. Целовашки. Нагулялась, скажи. Осел, скажи, меня напугал. Да, Плюша? Да, скажи, осел меня напугал. Ох, этот осел. Ну, она от него убегала, прям капец как. Пошли, Мась. Да.